Все нормально. Все, ребят, я предупредила, что идет гроза. Они приняли. О, вообще круто, говорит, круто. Приключения такие. Объяснила им всю ситуацию. Все нормально, да. Я такая, если что, там не будет бло. Какого бло? Это что? Не будем никому бло никогда. Вообще нечетко. Ой, еще в турке принесли, нифига себе. Я просто думаю, нам нужно купить или нет. Еще одну. Так. Не, ну, подожди, ну вопрос тут был, правильно? Конечно. Нужно его как-то выяснить. Чем мы его кидать-то будем? Выясним. Ну, в данный момент, как бы мне пока тут хорошо, а так. Юлька, нам нужно купе? Ну, я думаю, можно. Можно, да? Я как бы, в принципе, тоже как бы не против. Купе это всегда хорошо. Ну, окей. Я сказала, что можно, значит, она уже знает, что делать. Потому что нам же ехать завтра до 6 утра, а мы пока еще сидим в вагоне-ресторане, и еще день. Времени еще, Давай только как-нибудь без милиции. Без милиции? Давайте без милиции. Все нахер. А, можно, кстати... Ребята же любят приключения, может им как бы разбираться, просто милиция. Можно как бы им приключения намутить заодно. И нам отдохнуть, и им приключения. Вообще нормально. Магия, вообще такая магия будет. Короче, сок кто-нибудь хочет пожевать, это, мне кажется, долго этим будет заниматься. Нет, я не хочу. А почему? Может, я... Да, может, тебе апельсинки так хочется? Нет, да? Окей. Да так вкуснее даже. Есть. А мне сливки? А что, мне сливки не принесли? Девушка, сливки можно? Есть у вас? Нет, да? А сливки есть у вас? У вас сливки. А, давайте. Можно иногда так, это самое, не дерзко, так, а что, сливки. Помилову тоже можно. Так, сливки. Так мы вообще же, Вообще можно. Такие так. Милые, такие классные. Конечно, как у нас можно злиться? Что ж они? Извините, не было. Хорошо, спасибо. Сливки. У меня есть кофе, все, что я хотела. У него есть сок, все, что он хотел. Я хотел свежевыжатый сок, но я решил. Ну, главное, немножко посижу, пожимаю. Так а где ты все-таки так долго ходила-то? В общем, я там наслаждалась ветерком. Как обычно, когда я... Понимаешь? Я там зависла. Я там зависла. Вот я не встречала, наверное, еще такого человека, как бы. Просто шла, зависла. Да, у меня бывает. Не, ну, мне нравится тебе. Мне тоже нравится. Ну, тут был ветерок. Да. Почему бы не понаслаждаться? Вообще нормально.